Ну ладно. Сейчас і далі ми будемо вчити, по суті, ті зону, яка танцюється в клубах в Україні, в Європі, от везде. На конкурсах, естественно, да? Вот. І сразу хочу вам сказати. Есть понятие social, социальности, танцы. Есть понятие шоу-номера и выступления на конкурсе. Это два кардинально, диаметрально, как говорил Остап-Бендер, противоположных явлений. Если мы говорим о соушеле, он танцуется спокойно, мягко, без выпендрёжа. Если мы говорим о шоу-номере, о постановках, которые потом мы будем отбирать для постановок, кто захочет, кто будет быстро развиваться, мы будем брать, делать постановку. Вот, для шоу-номера. Там будут фишки, там будут какие-то трюковые элементы, там будет повеселее немножко, но в целом тоже основа будет как бы традиционная. Да? Окей, хорошо. Как обычно, в конце занятия мы покажем, как выглядит кизомба, ну, по крайней мере, в нашем исполнении. А вот сейчас начнем просто учить. Да, хочу обрадовать всех. В кизомбе нет счета. Да, то есть мы ничего не считаем. Мы слушаем бит. Давайте сейчас мы с этого и начнем. Сначала с постановки корпуса, потом с бита. Итак, постановка корпуса в кизомбе. В отличие от сальсы... Подождите, секундочку. Кто помнит сальсу? Поднимите, кто помнит. Да, окей, хорошо. В кизомбе постановка корпуса не на присогнутых ногах, а на прямых. Это первое. Второе. Корпус чуть-чуть наклонен вперед. Но смотрите, если в сальсе мы вот так наклоняли корпус, да, у нас была компенсация коленей. За счет этого у нас ось находилась перед нами. Здесь у нас весь корпус идет вместе с ногами, чуть-чуть вперед. Вот. И когда идет шаг, он идет точно так же на втапливание. То есть у нас колени сгибаются, но мы выходим на прямую ногу при этом. Вот. Сразу хочу заметить, чтобы не было ошибки. Кизомба не танцуется с пяткой. Вот этого нет. Ну, все-таки танцы нет. Ну, нет, что хватит. Вот, да. И смотрите, когда танго тоже с пяткой. То есть, когда широкий шаг, вот, например, танго, да, аргентинское, оно танцуется с пяткой. Почему? Потому что... Я знаю, что я перехожу в руки. То есть, выходит вот, да, кизомба, она мелкая, она танцуется с носочками. То есть, все вот происходит под, да, корпусом. Не перед и не за, а под корпусом. Окей. Компенсации в бедре шага. То есть мы, когда шагаем, компенсация бедро уходит не в корпус. То есть у нас нет такого в кизомбе, да? Вот. То есть у нас компенсация идет в бедро. Но это не так ярко выражено, как в партнерше. Вот. У нас нет специального черпания и вывода бедра назад. В кизомбе у девочек полностью изолирован корпус. Работает только поясница. Ну, начиная, грубо говоря, плечи назад, плечи вперед, только вперед. Да, но ровно. Вот. Чуть-чуть. Не сильно, как в танго, да? Ну, дальше, как танцуется в паре, какая самая в паре, видно, что это сложно. Окей, хорошо. Встали на зеркало. А теперь мы работаем и слушаем два варианта бита. Есть full beat, это на каждый удар мы делаем какое-либо действие. Есть slow beat, только на сильную долю мы делаем какое-то действие. Теперь давайте послушаем и попробуем что-нибудь сделать. Slow.
я вже на упору. Ще ті там адамоніяки назад. Адамоніяку готову. А потім дати Богу секса буде тільки не. Я злотів і фамінку, бачу все хімуні не. У полі спера помолитися. Назад. Та ти надо пропадати душі, то позує ніко. А мой пашон, я у тебе сон. Тебі юми дом, но пасаді юма, а я сон. Все, ну, большинство людей ложно предполагают, что дизон очень простой танец. Да, думайте так. Да. Это очень простой танец. Вот. Но на самом деле есть техника, которая нужно придерживаться. Да? Вот. Сейчас мы выучим несколько шагов. Первое, мы выучим шаг, который называется марка. Вот. Его очень легко делать. Мы шагаем на месте. Шагаем. Мальчики начинают с левой ноги. Девочки справа, соответственно. Итак, идем. Раз, два, и потом мы делаем марку. Марка – это мы выравниваем ногу, ставим стопу, но не переносим вес. Вес остается на правой ноге у меня, у Ланы остается на левой ноге. Да, еще раз. Раз, два, марка. Подняли сейчас мальчики левую ногу. Девочки правую. А теперь опустили просто на пол, но не стали на нее. Вот выровняли колено. Вот, вот это марка. Но вес остался у нас на второй ноге. То есть эта нога выровнена, она на полу, но на ней нет веса. Все поняли, что такое марка? Миша? Я не всех понимаю. Окей, хорошо. Еще раз. И раз, два, марка. И раз, два, марка. Да не будете вы ноги отрывать от пола. Не убежит пол никуда. И раз, два, марка. И раз, два, марка. И раз, два, марка. Колени. Раз, два, марка. Не то, что ты делаешь. Давай. И раз, два, марка.